Доброе утро. Сегодня 29 августа. Мы ходили в храм на службу сегодня. Успение Пресвятой Богородицы продолжается. Праздник. И сегодня еще воскресенье и Спаса Нерукотворного праздник. Всех с праздником. А вот здесь в парке такая красивая клумба. В Перовском парке люди гуляют очень хорошо по утрам. Дубочек. Такие цветочки здесь красивые, розочки, очень красивые розы. И белые, и красные. Привет, все фотографируешь? Да, сейчас буду стихотворение читать про цветы. Такие цветочки, вот для чего они растут? Для чего цветы растут? Да чтоб радовать всех нас, чтобы мы в житейских путах помнили, что жизнь прекрасна. Нам Господь всю землю дал, чтобы мы ее любили, и подобно всем цветам, и мы радость всем дарили. Но лето подходит к концу, уже 29 августа. Я отпускаю наше лето, оно во мне еще звучит. Душа еще теплом согрета, и сердце радостно стучит. Но суждено принять и осень, она и к нам пришла уже. И собирать пора колосья, считать пожитки в багаже. Но цветы еще цветут. Еще последние денечки, очень хорошее лето. И мы будем радоваться жизни, готовиться к осени, а потом к зиме. Но главное, чтобы друг друга уважать, любить и помогать друг другу. Всем доброго дня!